Это тебе не мячик. Бонь. Такая щекастая. 10 человек будет на день рождения из детей. И два дня не ночевала дома. 10 часов смотреть на камин, это скучно. Кто подарил питомца? Девочки. Какого? Очень крутые. Один, который я очень сильно хотела. Что, они подарили? Детьми подарили, потом подарили вот эту кошечку. Зайц, потом эту звезду. Звездочку. Села на звезду. И очень много других, я не знаю, что еще. Потом еще подарила вот такую легендарную хаверборд. Как называется, потом еще игрушки. Гол тебе. Ладно, пойдемте. За тыквами. Я хочу большую тыкву, большую прибольшую. Интересно, сколько они стоят? Готово? Давай, иди. Красная шапка. Вон там стрелочка. Где тыква? Продают. Посмотрим. Ой, Макс, ты чего? Скажи, это что еще такое? Что-то новое, это да? Это что? Ух ты! Это я мой. Не видела, что такое подарить это положили. Мой. Смотри. Они все это мой. Вот видишь, что? Мне вот эти нравятся маленькие. Смотри, какие классные. Вот еще белая. Еще одна такая. Поэтому мы за все заплатили 40. А где? 40 это франков, да, где-то. Вот это 6. Смотри, вот эти вот 2 по 3. Вот это 6 и вот это 6. Что ты хочешь? Тоже тыковку? На. Что тебе нравится? Крабы тыква. Эй! Это тебе не мячик, Бонь. Бонни. Или это ты любишь? Смотри, чтобы она не прокусила. Ну, держи за палочку, держи. Нет, вот за палочку, вот. Вот за палочку держи, вот так. Нравится тыковка? Погрызть надо, да? Палочку. Мама, это... Ну, тащи ее в комнату. Вот так вот я пока разложила, расставила тыковки. Здесь тоже на кухне. Вот. И вот здесь. Я оставила на полу, потому что я знаю, что Бонни не утащит вот эту маленькую. Если я оставлю, то это все. Бонни утащит все тыковки маленькие. А эти большие она не сможет. Вот эту вот она не сможет поднять, поэтому я ее. У тебя спорт по расписанию, а, Бонни? У тебя спорт по расписанию? Спортсменка. Оти! Смотри, на воду взяла мяч. Сладкий наш. Лабиринт. Каменена. Каролина еще не приехала. Может быть, она к вечеру. К вечеру приедет, потом ее завезут. Ты уже вечером. Ой. Нет. Нет.
Боня, у тебя своя. У тебя своя еда есть. Иди. Еще ручить на меня. Иди. Бони. Что? Так. Смотри, нашла. Шкатулочка, Ксюшина. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Что это такое за лекарство такое? Что это такое? А, капельки глаз. Резиночка. Помадки. Ой, зеленая резиночка. Она стала квадратной. У нас здесь подвесочки разные. Best Friends Forever. Вау! Какая лепота! Сколько? Я обожаю такие помадки всякие миленькие. Тем более эти мне очень нравятся. Это просто. Мелани, такие какашечные. Почему у меня таких не было, когда была маленькая? Не знаю. Почему было так скучно и вообще? Помадка. Я не знаю, что она там делает. Почему? Потому что это помадка. Тут... Дальше идем. В самый нижний у нас здесь фотографии. Как это некрасиво. Фотографии? Почему некрасивые? Красивые. Там как-то странно выглядишь. Серьезно, ты сказала? Такая щекастая. Но я знаю, что 100% проголосовали почти все за зеленый. Смотрим. Зеленый. У меня такие есть. Зеленый. Первый зеленый. Фиолетовый. Зеленый. Фиолетовый, розовый, зеленый, оранжевый, зеленый. Ну, в общем, понятно, что за зеленый проголосовали. Ну, это логично. Наверное, я знаю, что Маргарита хотела вот такой вот рюкзак. Какой цвет? Только какой цвет она хотела? Коричневый, нет? Вот такой вот. Или черный. Или вот нет. Подожди, тут размеры разные, да? Мне кажется, вот это маленький, это побольше, потому что цены разные. Не может быть, один стоит 109, а другой стоит 50, там, смотри, сейчас тебе покажу, 58. Это 100% для маленьких детей. Да, скорее всего, это для деток, потому что для деток тоже такие есть. В общем, надо посмотреть, тоже есть такой. Какой она цвет хочет. Вот смотри, тут есть за 83. В Маноре он размером не написано, да, какой? Для больших. Да. Тут еще разные цвета есть. У всех желтые. Тут написано один размер. Тут есть вон какие цвета. Розовые даже есть, смотри. Да? Сколько будет у вас гостей? Будет около 10, да? Около 10 да. Человек. Это вместе считать Ксюшу и Маргариту. Ой, а потом Алена тоже. 10 человек будет на день рождения из детей. И мы решили такое развлечение сделать. Я хочу купить футболки. Я уже купила футболки. Белые футболки. Был только размер М, но, в принципе, вы все равно носите большие футболки. Так что будет, по-моему, 2 мальчика и все остальные девочки. Вот, я купила белые футболки. И я хочу сейчас купить краску специальную для ткани. В общем, они будут делать тай-дай футболочки, красить. Да? Ну, чем-то же вы должны заниматься. Поэтому я взяла футболки, и сейчас я хочу купить краску, несколько цветов, чтобы можно было потом смешать и получить еще какие-то другие цвета, чтобы не покупать каждый отдельный. Там 3-4 цвета купить, и из них потом, если смешаешь, получится еще цвета. Нужно узнать, каких детей можно снимать, а каких нет. Поэтому, если кого-то можно, то кого-то буду снимать. Поэтому, конечно же, я узнаю, кого можно снимать, кого нельзя снимать. И буду как-то потихонечку снимать влог для вас. Потому что я знаю, вам будет интересно, вам хочется посмотреть, как будет проходить день рождения у Маргариты. Поэтому, ну, постараюсь что-то заснять, Вот. Сколько осталось, по-моему, чуть меньше 2 недель. 1,5 недели, по-моему, осталось. Сегодня какое число у нас? 17-7? Да, завтра 8. В общем, осталось уже 10 дней, совсем ничего. Поэтому будем готовиться. Еще буду торт печь сама, как всегда. Тортик испеку. Я сейчас вот выбираю краску. Зашла на сайт, выбираю, какую краску взять. Чтобы покрасили футболочки. А, еще нужно купить резинки, ведь нужно резинками заматывать. Нужно резинки купить. А сейчас мы привет хотим передать девочке, которая в группе ВК
обменяла свои баллы, которые она выиграла в конкурсах, обменяла на приветик от нас. Мы передаем привет Виолетте Калистратовой. Виолетта, привет тебе. Привет. Привет, ты молодец. Активно участвуешь в конкурсах. Если кто-то тоже хочет участвовать в конкурсах, выигрывать баллы, получать баллы, и потом обменивать их на приветик от нас, на лайк в Инстаграме, на подписку в Инстаграме, на комментарии. В общем, там много всего интересного. Ссылочка в описании. Можете переходить, вступать, подписываться на эту группу, участвовать в конкурсах, получать баллы и выигрывать от нас призы. У кого это тут дискотека? Ребенок мой вернулся. Два дня не ночевала дома. А? Обезьянка. Дискотеку она устроила. Давай, вставай. Может, в лес сходим? Листочки поищем. Я не знаю, если у нас сухие листочки уже лежат на полу. Потому что особо... Да, особо у нас как бы еще все это зеленое. Деревья зеленые. Я вот сейчас зашла в Pinterest. Здесь только много идей. Может быть, шишечки поискать. Вот. Чтоб не идти покупать. В принципе, у нас здесь рядышком лес. И я думаю, там можно найти много шишек. Живем возле леса. Вот делают веночек. И мне кажется, это... Да, это живые листья, настоящие, не искусственные. Ну, получается очень красиво. Можно так сделать. Красивый веночек. Я уже тут все переставляю, не знаю, по сколько раз. Наверное, уже раз 100 все переставила. Мне все не нравится. Не знаю, так вот пока оставлю. Мне кажется, потом буду переставлять еще. Тыковки вот такие здесь. Белые, оранжевые. И вот такую вот вазочку положила. Украсила ленточкой. Так. И еще вон те вон тыковки там стоят. Лежат, то есть. Вот. Здесь. Все? 10 часов. 10 часов смотреть на камин — это скучно. И как можно 10 часов смотреть на камин? Все, пока всем, ребята. Всем спокойной ночи. Пока. 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 Макс, ты счастливый, да, что Каролина вернулась? Бедный, ему так скучно было. Он так скучал.